По традиции, открытию и закрытию театрального сезона у Гомельском областном драматичном театре отзначается премьерой. Не глядя на сезон отпочинка, у зале аншлаг. Перед спектаклем урочистый момент. Узнагороджені представников шерого сродков массовой информации за поспеховое сотрудничество у 76-м театральном сезоне. До речи, подяку от областного драматичного театра отримал и коллектив телерадиокомпании «Гомель». Спасибо вам большое. Надеюсь, вы для завершения чергового театрального сезона была обрана премьера спектакля «На всякого мудреца довольно простоты» по мотивах пьесы Александра Островского. По сюжете разумный и дальнобачный молодой человек Егор Глумов, стомленный бедностью, неуладкованностью, прямое решение заработать карьеру и хутко выбиться в люди. Шляхом листивости и догаджальництва он утирается у доверу уплывовых особ и довольно хутко рухается до вызначенной меты. Каб не их сутешить свое самолюбство, Глумов решает вести дзённик, у яким высмеивая и издекивается на сквапность и глупством тих, с чьей допомогой має намір поскорить свой шлях с грязью у князі. Але одночі саркастичний дзённік трапляє у руки громадськості. Комедія висміює цинічний розлік і низькі учинки молодого Єгора Глумова і його свояков-саудельників сталого взросту. Вона так само адлюстровує, міняється час, але норови людей застаються ранішими. П'єса не губляє свої актуальності і зараз, бо у житті далеко не завсёди мета оправдує сродки. Ті жертви, які ми приносимо, не завжди имеют ту цену, ради которой стоит добиваться этой цели. Иногда финал становится печальным, потому что многое, то, что ты оставил за своими плечами друзей, свои нравственные принципы, мораль, не дают возможности насладиться достигнутым результатом. У целом 76-й театральный сезон для коллектива Гомельского областного драматичного театра был достаточно насыщенным. Шматликие гастроли, премьеры, проведение 12-го международного фестиваля театрального мастерства, славянские театральные встречи. А так само святкование 75-годового юбилея театра. До речи, и наступный театральный сезон обещает быть довольно насыщенным. Глядачов чекают цікавые премьеры, проекты и мероприемства. Сейчас готовится премьерный спектакль, которым мы будем открывать новый сезон. Приехала молодая режиссер, которая готовит спектакль, где поднимаются темы и проблемы молодежи. Также готовим в октябре парад премьер. Будет у нас целая неделя, где будут выстроены все премьерные спектакли. И на следующий год парад сказок. У нас будут новые сказки. И планируем новогодние мероприятия для взрослых, не только для детей. И продолжаем работать над музыкально-театральным своим салоном. Вероника Ворошилина, Ермарищенко, телерадиокомпания «Гомель».